Иордания поссорилась с Израилем. Причиной стал теракт, совершенный в Иерусалиме. Все подробности конфликта расскажет Сергей Услендер. Отношения Израиля и Иордании, если уж не дружеские, то вполне себе добрососедские, внезапно сильно осложнились. Всему виной теракт, который совершил гражданин этой арабской страны. Иорданский турист во время прогулки по старому городу Иерусалима неожиданно выхватил нож и напал на полицейского. А на видео с камеры наружного наблюдения хорошо видно, что террорист сумел повалить офицера и нанес ему несколько ударов, после чего страж порядка все-таки изловчился, выхватил пистолет и застрелил нападавшего. А еще чуть позже полиция арестовала араба, владельца одного из близлежащих магазинчиков, который, по данным следствия, препятствовал ликвидации террориста и оказанию помощи раненым. Террорист – это взрослый мужчина, житель Иордании. Ему 57 лет. Несколько дней назад он приехал в Иерусалим в составе туристической группы. Сейчас мы изучаем его маршрут, передвижение и связи, чтобы понять, была эта атака спонтанной или заранее спланированной. Личность террориста уже установлена. Его звали Мохаммед Аль-Касаджи. В Иордании он работал бухгалтером, неплохо зарабатывал. У него остались четверо детей. В Иордании на это происшествие отреагировали крайне жестко. В Аммане, в частности, заявили, что оккупационное правительство Израиля несет ответственность за гибель иорданского гражданина в результате этой атаки. А семья террориста высказалась в том духе, что это вообще была самооборона, что Аль-Касаджи защищался и его спровоцировали. В Иерусалиме от таких заявлений пришли просто в ярости, тем более, что на видеозаписи, которую уже опубликовали, хорошо видно, что террорист нападает на полицейского сзади, со спины, без всякой видимой причины. И израильские власти требуют от иорданского правительства провести тщательное расследование и решительно осудить этот теракт. Впрочем, надо обязательно отметить, что иорданская служба безопасности уже допрашивала родственников Аль-Касаджи. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер».